Первая отправка призывников уже по традиции прошла в торжественной обстановке. Играл оркестр, будущих солдат приветствовали гости мероприятия, в том числе инспектор Южного военного округа. Именно из рук генерал-майора защитники Отечества получили военные билеты. В первой партии призывников в ряды российской армии в основном отправились уже подготовленные водители. Они прошли обучение в Лазаревской школе ДСААФ. В армию отметили в военкомате, молодые люди идут охотно, в основном уже после окончания вузов. Количество уклонистов в Сочи за последние год уменьшилось почти в 5 раз. Связано это в том числе с новым законом. Мы делаем теперь запись. Не служил в российской армии, не имея на это законных оснований. С этой записью он уже не может попасть ни в госструктуру, ни в силовую структуру, ну и, наверное, ни в какую приличную организацию государственную. Это большое подспорье. В октябре Сочи ждет еще 2 отправки. Всего за месяц ряды российской армии пополнят 60 человек. Что касается родов войск, которым будущие солдаты отдают предпочтение, это специальные войска – ВДВ и ВМФ.